Долина Бухтармы. Вот оно, долгожданное наше место длительного путешествия. Конец нашего длительного путешествия, то есть, как говорится. Но мы еще там не были. Да. Репортаж мы начинаем с солнечной долины Бухтарминской. Что рассказывать? Я Хизникова Анна Тимофеевна, 28-го года рождения. Тоже о родителях. Ну, родители. Отец у меня умер рано. Я 9 лет от него осталась. А с мамой всю жизнь здесь прожили. Но мама у нас здешняя, вот, она вот с дородницей была. Никуда не выезжали, никуда не приезжали. Всю жизнь занимались сельским хозяйством. Так и мы сейчас живем в деревне. Держим свое хозяйство. Теперь на пенсии. А совхоз был, работали. Вся наша история. Дед с бабкой тоже раньше, как единолично жили, имели свое хозяйство. Сеяли, пахали, убирали, так и жили. Долина им дана плату на бе, элым и дой да дубовым. На плату на бе, элым и дой да дубовым да. Ой, дары, мыла. Там бы Машенька. Ой, дары, мыла. Да свет Ивановна. Все бы то, ой, да тонкие. Свет Ивановна, все бы то, ой, да тонкие, да там и Ванюшка, вел коня, вел коня пои. Вот такие, брат, места. Рядышком вставайте. Вставайте, вставайте. Это же ваш как костюм, ну, вашей семьи. Ну, Галин, повернись вокруг. Да вы что, правда? Да. Спасибо вам большое. Я вот боюсь, он у вас не пропадет. Сарафан? Вот на рукавник сарафан. Уже 200 лет пошли, что? Мама так родилась. Так вот, внучатам-то дадите, они его разорвут. Нет, они только приезжают и смотрят. И так вот пропадают вещи, вот сколько приезжаем. О, я там распорол или отдала. Вот теряются вещи. А в музее они же вечно там хранятся. Возьмите. Спасибо вам большое. Спасибо. Хоть не совсем поднарядилась, но же не глажу на ноги, ты тоже сфотографируешь. Да нет, нет, не возьму. Так, сейчас. Так, снимаем. А теперь, вот, интересно. Моя мать. Вот, там у нее сестра жила по Науле, по Малой Алонской, есть она? Ну, на, ну есть, есть. На Сипенко они жили потом. Ну вот, а у нее мать парализовала там, и она ездила за ней. Ну а что же, в 37-м году ничего же не было, никакой одежды. Да вот она нарядилась все свое. Говорит, не рада была, кругом меня дергали. А еще ехали-то даже не было. По железной дороге до Гусиной, а с Гусиной на до Семипалатинска на пароходе, угу. А там уже с Семипалатинска до Барнаула. Додергали вот за эту вышивку, да?
Нет, да, да, и за вышивку дергали, что это вот немецкая. Вот она приехала и говорит, ну, не рада была. Так ты голову-то сюда, бабушка. Ну ладно, сюда поверну. Ну улыбнись, ты чё? Господи, да старый такого улыбаться. Ну да можно еще улыбаться, зубы-то у меня все. Спасибо. Ну, пожалуйста. Совсем мало. Сколько ему лет? Ну, маме, мама с 998 ей лет. Да, если она родилась, уже там ей пошили все, да, считайте, ну, 100 с лишним лет уже. А маму как вашу звать? Евдокия Павловна. А да. Фамилия? Волова. Каравай Волова, господи. А отец был Григорий Антонович. Да вот так-то есть все у нас. Собирали же летописи в этом в сельском совете. Они сфотографированы, отец с матерью у меня. Все там. Ну, я же сама была учительницей, собирала все. Все делала. Нет. А тут вот больше ни у кого нету каких-то. Нет. Нет, я вот здесь нет. Все забрали, да? Было, рубаха была. Рубаха была, все, города, все отдали они. Кашемир. Кашемир, да? Кашемир. Вот как он шит. Это фартук. Как он фартук. Тоже оттуда же, да? Тоже кашемировый. Это... А вот это я не знаю, как мы стирали. Никогда не стирался, и нельзя стирать его. Не стирали никогда? Моль, уже... моль, да, поел. Моль, конечно, тут надо сушить. Перестань. Все. Вот я уж так берегу. И шаль осталась, это тоже ее. Ясно. Вот так. Ну, были на рукава еще, но рукавов уже нет. Вы отдали? Не, или отдала я, или... в общем, забыла я уже. Угу. Вот. Отдавала тоже и скатерти, и полотенце отдавала, и все. Вот осталось так. Вы храните это. Хоронил. А куда? Уж разве умру, тогда уж отдадут.